Здравствуйте, мои хорошие! Первые блюда являются неотъемлемой частью рациона каждого человека. Существует много разнообразных рецептов и видов первых блюд. Представляем вашему вниманию суп с сырными шариками. Суп с сырными шариками. Диетический вариант блюда – это приготовление на воде или овощном бульоне. Более сытным получится куриный суп с сырными шариками и кусочками вареной курицы. Но независимо от способа приготовления, суп всегда получается отменным. Ингредиенты для супа. 2,5 литра куриного бульона или воды, 1 большая луковица, 1 морковь, 5 средних клубней картофеля, 4 столовые ложки растительного масла, зелень, соль, перец по вкусу. Ингредиенты для шариков. 100 грамм голландского сыра, 1 яйцо, 100-130 грамм муки, 2 столовые ложки мягкого сливочного масла, соль по вкусу. Приготовление. Приготовление лучше начинать с сырных шариков. Сыр натереть на мелкой терке. Добавить сливочное масло, муку, яйцо и соль. Замесить мягкое тесто. Поставить его на 30 минут в холодильник. Пока тесто в холодильнике, нарезать картофель кубиками и кинуть в кипящий бульон. Добавить соль и перец. Морковь и лук натереть на терке, слегка обжарить овощи на растительном масле и добавить в суп. Тем временем достать из холодильника тесто и сформировать небольшие шарики размером не больше, чем лесной орех, иначе не проварятся. По одному опускать шарики в кастрюлю, перемешивать и варить суп еще 5-10 минут до готовности шариков. Когда шарики будут готовы, добавить нарезанную зелень и выключить огонь. Приятного аппетита! Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!